Полицейские достали со дна реки Вятки машину с телом пропавшего рыбака. О том, что 37-летний мужчина ушел из дома и не вернулся в полицию, заявила кировчанка еще в июне. Оперативники в ходе работы смогли установить последнее место, где находился пропавший. Еще в начале лета мужчина отправился на рыбалку на берег реки Вятки в районе деревни Большая Гора. Его машину обнаружили в воде с помощью гидролокатора. Вместе с сотрудниками следственных органов и специалистами МЧС сегодня полицейские вытащили из воды машину вместе с телом владельца. Сейчас следователи выясняют причины происшествия. В ходе проведения поисковых мероприятий на протяжении длительного периода времени сегодня, то есть 6 октября 2016 года, поисковые мероприятия увенчались успехом. В ходе проведения поисковых мероприятий в русле реки была обнаружена автомашина без вести пропавшего Усова. Впоследствии в автомашине был обнаружен труп самого Усова.